Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт спустя 2 года. Как бы это странно ни звучало, как бы это странно ни было, но это именно мой самый первый аккаунт. Ну а перед началом данного видеоролика хотел бы вам разыграть Керамбит Скретч. Чтобы получить, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. Вроде бы все изи, всем желаю удачи. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. И не знаю, помните ли вы вообще этот аккаунт или нет. Есть ли тут у меня олдфаги, подписчики, которые помнят этот аккаунт? Помнит кто-то, что у меня был ID 212-034-35? Это мой самый первый аккаунт Standoff 2. И прямо сегодня я хотел бы сделать обзор на данный аккаунт, потому что, честно говоря, я зашел вот буквально недавно этот аккаунт, и я был просто в шоке. Я реально был просто в шоке от того, какие же на нем дорогие крутые скины, а я вообще забыл про этот аккаунт. Так что, ребятки, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, ну а мы начинаем. Ну что же, вот мой аккаунт L1. Чтобы вы понимали, что на этом аккаунте вообще не играл, посмотрите КД. КД 0, 0, 0, абсолютно все по нулям. Ребят, на этом аккаунте я вообще не играл во втором сезоне. Я играл только в первом сезоне, и то только в начале. И посмотрите, у меня КД 0.83, звание Феникс. То есть я на этом аккаунте реально не играл больше года, это точно. Я просто в шоке, это заброшенный аккаунт. Мне самому интересно, что же тут есть. Так, давайте посмотрим в общей статистике. 2600 часов онлайна? Вы просто вдумайтесь. Вы просто вдумайтесь, как же это много. У меня нету слов. Также, ребята, процент убийств в голову 50%. То есть я играл не так-то и плохо. И еще один очень интересный факт. Вы сейчас просто будете в шоке. Сейчас, внимательно посмотрите. Именно этот аккаунт создатель клана Киборги. Или лидером был ТикТак, пока он не вышел из клана и мне передалось лидерство. Я уже не помню, кто из нас первый купил клан Киборги, или я, или ТикТак, но это однозначно один из самых первых аккаунтов Standoff 2. Ребята, я еще хочу провести один небольшой эксперимент. Я прямо сейчас нажму на сообщение и посмотрю на дату последнего сообщения. Мне просто интересно, помнят ли люди о этом аккаунте моем или нет. Так, нажимаем. То есть спустя год кто-то пишет сообщение? Что? Что? А как? А как вы все помните о этом аккаунте? Я просто в шоке, ребят, посмотрите. Парень пишет, ты что, меня из ДР удалил? Брат, я на этот аккаунт 2 года не заходил, как я мог с друзей удалить? Посмотрите на сообщение, ребята. Никого не слушаешь, ты норм играешь. Я просто в шоке, ребят, что это? Я в шоке! Да тут сообщения до сих пор отправляют люди. Блин, ребят, вот спасибо то, что помните этот аккаунт. Я думаю, что можно приступать к самому-самому-самому интересному. Это инвентарь. Я знаю, что многим из вас это интересно. Честно говоря, мне тоже интересно. Блин, я немножко волнуюсь, потому что там очень много всего того, от чего я могу быть в шоке. Давайте, 3, 2, 1, полетели. Вот еще один пруф, что я на этом аккаунте не играл больше года. Origin кейсы, Origin кейсы, да и не только Origin кейсы, Origin бокс, мать моя женщина, Origin боксы, вы понимаете, Origin боксы, блин, ребят, вы уж мне извините, давайте сейчас один Origin кейс откроем и парочку Origin боксов, просто я хочу это сделать, реально, как же я давно не открывал Origin кейсы, я уже и забыл, а ну-ка, прикиньте, сейчас этот трек выпадет, я вообще буду в шоке, ну, обычный, но тоже неплохо, так, Origin бокс открываем, ребята, я просто в шоке, посмотрите на все это, и это только начало, это реально только начало, я вот прям в эту секунду открываю удаленные боксы и удаленные кейсы, блин, ребята, я скажу так, это круто, реально, это круто и заслуживает вашего лайка, но, пожалуйста, поставьте за это лайк, очень-очень круто. Я на этом аккаунте реально не играл, не знаю, может быть его разыграть вам? Что думаете, хотите, я на этот аккаунт подарю вам? Так, ну что же, ребята, поехали смотреть дальше. Так, но, ага, и... Но, к сожалению, ничего с Origin боксом не падает. Но сама суть то, что у меня есть Origin боксы, да при том не просто, там 3 штуки, посмотрите. 1, 2, 3, 5, 10... Короче, у меня, грубо говоря, 15 Origin боксов. Я в шоке. Дальше пошли легендарочки. Дробаш Некромансер, М16 Винджет, М4 Лизард. Также у меня 5000 голды и 700 серебра.
Обалдеть, вот это я в шоке. Вот это я понимаю. Ничего себе. Просто посмотрите, ребят, на все эти скины, на все эти наклейки. Как же это круто. Сколько у меня статреков, может, можно что-то скрафтить? Давайте реально что-то скрафтим, потому что у меня чуть слишком много всего. Так, ух ты, блин, прикольно. Так, ребят, я просто в шоке от того, сколько же у меня всего. Так, листаем вниз. Когда уже пойдет самое интересное? Это арканы. Или легендарки, или арканы. Так, ребят, готовьтесь. Опять Origin кейс? Я в шоке. Я реально просто в шоке. Тут есть Origin кейсы. Мать моя женщина. Ребята. Раз нож, два нож, три ножа. Это не шутки, это не пранк. Три ножа. Ребят, за этот керамбит голд спасибо большое моему другу трейдеру. Он очень сильно мне помог, потому что этот керамбит голд мне слили за лоу цену. Поэтому я вас очень сильно прошу, пожалуйста, перейдите, подпишитесь на канал парня. Это трейдер, который мне слил керамбит голд за лоу цену. Ссылочка на его канал будет в описании. Ну а теперь давайте смотреть дальше. Блин, ребят, есть керамбит голд, который мне слил трейдер. Есть скорпион CIA. Есть M9 байонет. Блин, ребят, я сейчас заплачу, как же это классно, как же это дорого и как же это богато. У меня есть керамбит голд, ребят, то есть у меня не один керамбит голд. Я в шоке, я просто в шоке. Дальше у меня есть Фомас Фьюри. Да у меня даже на моем нынешнем аккаунте нету, ну, с АВМ Трэша Хантером нету Фомас Фьюри. Блин, ребят, это круто. М4 Самурай, АКР Дрэгон, П90 Самурай, UMP45 Beast, 5-7 Venom. Не, ребят, вы уж меня извините, но мне уже реально становится плохо, потому что так много скинов я не ожидал. Просто я не ожидал. Как? Что? G2 Frozen? Сколько стоит? 4300 голды? Надо будет с этого аккаунта перейти на мой основной. Я просто в шоке, ребят. Я-то думал, что я бедный ютубер, оказывается, у меня обалдеть как много голды на основном аккаунте. Ничего себе! Вот это да! Вот это да! Я просто балдею с этого, ребят. Я просто в шоке. Посмотрите, сколько легендарок у меня. Ёлки-палки. А может еще один крафт бахнем? Но почему бы и нет? Почему бы и нет? Давайте сделаем крафт, пацаны. Я знаю, что любите крафты. А прикиньте, еще АКР Трэшер Хантер выпадет какой-то там статрек, например. Блин, ребята, просто балдеж. А ну-ка! G2S, ну, скажем так, я хотел, конечно, что-то получше, но, тем не менее, тоже неплохо. Блин, ребят, просто посмотрите на все это. Реально, у меня очень дорогой аккаунт, я просто в шоке. Посмотрите, сколько наклеек, ну, сколько они стоят. Ну, ладно, наклейки еще не очень дорогие, но все равно неплохо. Вот сейчас вы просто будете в шоке. На этом аккаунте 80 тысяч заявок, друзья, 80 тысяч. Вы это понимаете? 80 тысяч заявок, друзья, и 33 тысячи сообщений. То есть это еще один пруф, то что это реально мой самый первый аккаунт в мире. Мой самый первый аккаунт, который я создал в Stand.O 2. Я очень рад и, блин, ребят, вот именно благодаря этому аккаунту я есть тем, кем являюсь я на данный момент. Поэтому, братан, если ты хочешь, чтобы я этот аккаунт разыграл именно тебе, обязательно ставь лайк, обязательно подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент ПК, всем удачи, всем пока.